Когда общаются две женщины, лучше не мешать все-таки. Уважаемые КВНщицы! Уважаемые КВНщики, что для вас образ русской женщины? Извините, я сегодня не в образе. Спасибо. Спасибо. Уважаемые КВНщики, что для вас образ русской женщины? Ну, это примерно как я, такая же скромная, только в одной руке бейсбольная бита, чтоб коней на скаку останавливать. А в другой огнетушитель, чтоб в горящую избу не с пустыми руками. Спасибо. Спасибо. Блестяще. Это... Всем. По-моему, это была просто лучшая шутка сегодняшней разминки. Прошу. Всем понятно, почему популярен КВН. А вот что помогло стать популярным Никите Малинину? КВН. Что нужно сделать, чтобы ЦСКА все-таки стал чемпионом? Все дело в тренере. Мне кажется, в одной руке у него должна быть бита, чтоб коней на скаку останавливать. А в другой – ничего. Должен же образ тренера ЦСКА чем-то отличаться от образа русской женщины. Спасибо. Ну, собственно, на столах напитки есть, а еды нет. Не те напитки. Спасибо большое командам за разминку. Удачи вам на финишной прямой.